Пошли и наши. Сербы сегодня в мяч. Кириленко. Очень хорошо дать мяч по Уничу. И второй блокшот. Теодосич. Отлично. Хряпов в защите. И сверху Андрей. Это три данка мозговые. Один. Помогает в розыгрыше Кириленко. Фридзон в угол спрятался. Младько открылся. Хорошая передача. Воронцевич бьет трехку и по Унище. Кириленко возвращает ему мяч. Хряпа один на один с Савановичем. Отличная скидка. Ощущение, что они всю жизнь в одной команде играли. И Теодосич. Удачно завершить. Я надеюсь на это. Хороший получился. Была пробежка. Отлично. Перехват Кириленко. Теперь не торопиться. Витя. Седьмое и восьмое очко в матче. 60-54. Сыграли 4 минуты. Я видел вчера на еще перехват Кириленко. Красавец. Он из матча. Кириленко. Ой-ой-ой, не полетит. Витя. Андрей, молодец. У него стартовая скорость оказалась выше, чем у Марковича. Андрей и среагировал быстрее, и разогнал свое мощное тело быстрее. Нет. Кириленко. Кириленко против Кешера. Один на один. Есть. Такие считаются. Считаются. И 64-54 плюс 10. А Теодосич в этом случае знает только одну комбинацию. Отдать Крстичу, да? Стоять. Болельщики, я напоминаю, что моим партнером по репортажу в четвертой четверти был президент. Sin anotar un solo punto contra Grecia. Impresionante eso. Importante que empiece a anotar Boris Diaw. Importante también que anote este hombre, Andrei Kirilenko. Chisbet, del bloqueo de Mozgov, jugando con Kirilenko. Defendido este por Caudí. Y ese balón que estuvo a punto de entrar. Fíjate, y al final por Sergei. Pico por fuera para Kirilenko. Directo al aro. Le intenta levantar. No puede el rebote para Gría. Valencia en esa acción. Despiste defensivo de Rusia. Ahora la Liub dentro. Ahora Pico por Tony Parker. De nuevo vuelve a bloquear. Mozgov recibe Kirilenko. Se va a colgar. Vaya mate de Kirilenko. Mate de Andrei Kirilenko. Ahí Diaw no le pudo más. Ну, у нас будут свои шансы в этой игре. Несомненно, будут свои шансы. Пико Паркера принимает. Яо. Ах, красавец Кириленко. Петрус в углу не так опасен, он без броска. И еще один отбор Кириленко. Что я аплодирую? Два раза подряд двух разных игроков. Обокрасть. Музыкальных произведений. Он украшение турнира. Витя отдает передачу Андрею Кириленко. Тот забивает два очка. Швед на Кириленко. Андрей забивает в проходе, обыгрывая не кого-нибудь, а Тони Паркера. Ребят, в обороне. Отличная передача Швед. Там Быков. Нет. Кириленко. Он забил. На площадке, ну, в общем, французы против Мальмы. Именно поэтому Македон потом разобрались, а вот так Андрей Кириленко, Антич пытается выбраться из-под заслона. Бросок и издали. Внимание в нападении. Мы же на самом деле... Не выловил этот мяч, зато достал его. 17-13 выиграли первую четверть с разницей в 4. Ну и отдать нет Воронцевича в углу. Хорошо, Мозгов, кстати, сейчас дирижировал, руководил атакой. Браво, Кириленко, браво. Делают, наверное. А вот теперь, потому что есть... Тем решением арбитра. Андрей Кириленко, передача на Семена Антонова, удар сверху, отлично. Жил ручки крестиком. Вот посмотрите. Оп, бьет пальцем. У меня пара друзей в этой весовой категории, которые его... Я также отбирал мяч.
Кириленко. Мы очень настойчивы. Андрей Кириленко освобождается под передачу. Уйти бы отсюда, наверное, Сережа Мони. Второй. Вчера. Да. Четыре выходных. Ильевский получает. С обманным движением. Бросок без фола. Мяч летит мимо. Андрей Кириленко забирает отскок. Все. Сборная России на третьем месте. Мы бронзовые призеры чемпионата Европы. Поздравляю. Принимаем поздравления от наших испанских коллег, которые нам мешали вести этот репортаж. Но в конечном итоге оказалось, что болели-то они за нас. Не вижу я. Я потом уж, когда будет пауза, я вот только думаю, придет ли к нам дождаться победы. Он сегодня сыграл опять гениально. 18 очков, 7 подборов. Segunda parte flojear un poquito, pero es un equipo muy poderoso y so the old tournament team is going to be coming up first. Andrei Kirilenko from Russia makes the old tournament team. He was awesome, wasn't he? You know, all these guys, NBA level players and whatever, they play hard for their countries and then they bring their game. And Kirilenko, every stat line we talk to in commentary, he's there in every stat. Every stat. Great spirit. I feel what he's accomplished. I'm telling you, yep. This guy is for real. The captain, Sergei Monia. Sergei Monia hit that three-pointer, remember? That was one of the most memorable shots. Andrei Borisevic, what a talent. Timothy Mozgov had his moments. Alexei Shved getting his, and he was really the revelation of the tournament for Russia. I think we're going to see a lot of him next year, aren't we? That Olympic tournament, I think he and his club season next year, the EuroLeague, you would expect him to really build on what he's done here. Because he has really come out of that Russian team. You can see David Blatt there, and he is like, in my opinion, a European treasure. He is like, he comes here, he wants to take part in everything. I mean, he was out here judging the dunking contest for the under 18 All-Star game. He goes into the press conferences, answers all the questions. He loves it. Yeah. Well, he has a respect for the game, doesn't he? Here and everywhere, and respect for everyone in it. And he, you know, even crazy guys like us who ask some silly questions. He's got respect for people who put the time into this game. I think I know who you're talking about.